Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. В этом видео я хочу рассказать о своем методе посева сидиратов. Сидираты, или так называемые зеленые удобрения, выращиваются как промежуточные растения между сбором урожая и посевом следующей культуры. Цели их использования разные. Но в основном они предназначены для последующей заделки в почву с целью повышения содержания органических веществ. Польза от посева сидиратов. При низкой их стоимости по сравнению с перегноем, польза от сидиратов очевидна. В этом я убедился на протяжении нескольких лет их посева. Первое. Это обогащение почвы азотом микро- и макроэлементами. Второе. Распушивание тяжелых почв с повышенным содержанием глины за счет мощных корней сидиратов. Третье. Улучшение водной проницаемости и аэрации. Четвертое. Укрепление песчаных и супесчаных почв. И, наконец, борьба с вредителями, таких, например, как проволочник, медведка и прочими. В предыдущие годы я сеял белую горчицу, но в этом году решил посеять смесь сидиратов. В состав смеси входит горчица желтая, белая и черная, люпин, вика, сурепка, редька масляничная. Чтобы равномерно распределить семена по площади посева, я решил перемешивать их с песком в пропорции 1 к 15. Кроме того, песок служит индикатором, то есть видно, где уже посеяно и какая густота. Песок тщательно просеял через решето с диаметром отверстий 3 мм. Насыпал 15 консервных баночек песку. Так, определяем вес песка. Пустая баночка у нас 37 грамм. Определяем как вес тары и набираем песка. Примерно так. 293 грамма, ну, пускай будет 300. Вот так, 300 грамм. Так, взвесим 100 грамм семян сидиратов. Так, включаем веса, определяем тару, ну, вес 36 грамм, включаем тары, вот ноли, набираем семян, насыпаем, так, 100 грамм, вот, 107 грамм. Ну, пускай будет 100. Вот так, 100 грамм семян. Баночки, ну вот 100 по баночке, это 100 грамм. Высыпаем семена в песок и перемешиваем.
Так как в состав смеси в основном входит горчица, то и норму высева я решил использовать рекомендуемые для нее, а именно 200-300 грамм на сотку или 2-3 грамма на квадратный метр. Сразу же после посева пошел сильный дождь, ливень. Но спустя неделю, кроме него, я уже дважды поливал посевы своей поливалкой. Ну вот так выглядят посевы сидиратов через 2 недели после посева. Сегодня
14 августа, Медовый Спас. На этом, на первом участке, вес семян по отношению к песку 1 к 15, 180 грамм. На втором 100 грамм. Но здесь поуже, поэтому я пускал меньше. То же самое на этом, на третьем участке. Вот густота. Тоже вес семян 100 грамм. И так дальше. Этот участок. Но на этом участке проросла еще спаржевая фасоль. Она тоже пойдет как сидират. Вот здесь тоже высота такая. Ну, а семян уже осталось из килограмма у меня на этот последний участок 80 грамм. Поэтому здесь густота поменьше, но я думаю, вполне достаточная. И в дальнейшем, после уборки картофеля, вот там, перед этими сидиратами, я буду сеять снова сидираты, но буду пускать уже 80, а может быть даже 60 грамм на 15 баночек песку. Сегодня 21 августа, и вот такими уже выросли сидираты. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Буду рад, если оно было кому-то интересным и полезным. Пишите комментарии. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Буду благодарен всем, кто поставил лайк за видео, а также подписался на канал и включил колокольчик. До будущих встреч!